Нормально. Да подождите. Алло, девочки, вы едете куда? В Турцию. В Турцию? Нет, сейчас пока в Киев едете, да? На поезде Интерсити. Камилочка в компьютер сидит, играет. Королюся, ты что, там книжки читаешь, да? Нет. Я? Да. На Интерсити поезде, да? Нет, понятно. Ну давайте, едьте. Пальцы такие же. Что вы делаете? Мы рисуем. Что рисуем? Дядю. Дядю, я не только дядю. И даже ноги. А ты тетя или тоже здесь? Нет. Здорово. Смотри, какая голова у него. О, какой ты бороду ему классно нарисовала. Давай мы еще бубончик вот здесь вот сделаем. На шапке давай. А как? Бубончик давай покажи. Я сделаю. Давай. Так, побольше. Вон такой бомбончик. Мы хотели... Я хочу вот это. Долго вам еще ехать? А точнее? Точнее, наверное... Полтора часа, наверное. 10-12. Час, два, три. Сейчас будет вся голова такая испачканная. Все испачканное. Он давно не подстригался, да? А соблазняет акулу или того мужика? Она дружит с акулой. Понятно. Мне нравится ее голос. Больше всего из принцессы мне нравится Мерида. А в Мериде мультики сделали. Смотрите! Очень пушистые волосы и над Меридиными волосами очень долго работали. Мультик называется «Храброе сердце». О, боже мой. Ну, развлекайтесь. Ну все, девчонки прошли регистрацию, да. Теперь можно лететь. Только так, вот туда, в конец идите еще. Полчаса. Д1. Там в конце.
какая, Камилочка, покажи, что тут такое красивое. МДМС. Ой, какой Мишутка. Ну-ка, обнимите его со всех сторон, его с обоих сторон. Каролина, ну встань возле Мишутки. Иди поздоровайся с Мишуткой. За другую ручку. Только не уроди Мишутку такого красивого. А ну встаньте, мама, с Уткой. Это вы на стульчике или на унитазе сидите? На унитазе. Унитаза нету? Дырки нету, нет? Нет, стульчик. Там, где мы должны сидеть? Вот один. Прям, мы прям первые, да? Ну да. А тут именно стекло чистое. Угу. Хорошо, на камере. Сейчас. В прятки играть? Да. За самолетом прятаться побежишь? Самолет. Такая, чтобы ее никто не заметил. И до папы, да, в тюрьму? Да. Ладно, я считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Все, иди, ищи. Я даже не думала, что она тут встретится. Ну, куда она, в корзину залезла? Я думала, она туда как-то побежала. А зачем далеко бежать, да, Каролина? Вот, под носом. Ладно. До 10 поставлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Где иду искать? 15? Ищи. Туда куда-то иди, ищи. Сказала туда куда-то. Я ж не видела, где ты. Лады. Смотри на нее. Туда же залезли. Два. Ой, Каролин, тебя никто не найдет. Иди еще, где спряталась. Там я видел. Куда, значит, не видно. Ты хоть бы под другой стул бы залезла. Жанна, иди, считай. Считай. Каролин, Каролина, тебе шляпу положить? Что мороженое сработает. Дети не доспали. Смотри,
подождите. Такой длинный, да? А вот я нашла, иди сюда. Вот нашли. Вот, мам, 35. Нет, вот. Ты где? Я здесь. И мы посмотри, как нужно. Если самолет вот так делаем, останавливается это конечно. Нам нужно сейчас папе позвонить. Да. Алло. Мы в самолете. Да. На-ка, милочка, скажи папе, что мы в самолете. Скажи. Потом королюхе дай. А ну, чуть-чуть. Можно, подожди. Говори, что ты папу любишь, целуешь. Да, с папой поговорим. Я на самолете тоже. Алло. 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 Здесь я? Алло. А, дай посмотри. Алло, Валер. Ты слышишь ее? На, на, на. Алло. Ну не жми в трубку папе. Говори, что ты папу любишь, целуешь. Я тебя люблю и целую. Очень. Очень-очень. Все? Алло. Also be inflated by low wing turbine tubes. The jacket should not be inflated inside the aircraft. Додаткову інформацію ви можете отримати в інструкції з безпеки, що в кишені крісла перед вами. Будь ласка, уважно продивіться її перед зльотом. Additional information you can find on the safety card in the seat pocket in front of you. Please read this card carefully before takeoff. Пані та панове, під час зльоту та посадки літака заборонено використовувати будь-які електронні прилади. Будь ласка, переконайтесь в тому, що всі ваші електронні прилади вимкнено в користуванні. А? Летели.
Камилош, Королюш заснула? Заснула, да? Пока мы немножко подремем, да? Я тоже хочу, но давай лучше поспим. Блин, король уже, блин. Приехали, мы уже сели, мы все на ручке.